Всем привет, с вами братуха, это игра во Robots. Поиграл я тут, задание повыполнял на Икарусах, это на Фантоме, и что-то прослезился, прям вспомнил бедного Фантомчика. Решил, ребята, погонять на Фантоме, а повесить мне на него нечего, кроме как единственного верного орудия, это Хала МК-2 и Корона МК-2. Такие дробовики, они вроде бы как с одного залпа наносят 7600, это хала. Они два легких вооружения. Средняя корона уже наносит 10 тысяч залпа. То есть, по сути, нужно подбежать к противнику вплотную и шандарахнуть его как можно быстрее, сильнее, а потом телепортнуться обратно. Раньше так работало, сейчас, интересно, так работает. Модули термонуклеар реактор, Last Stand и термонуклеар реактор прокачанные. Аптечка маленькая, но мы поставим на него большую аптечку Advanced Repair Unit. И Ольга Минина у нас стоит на нем, она опять же только все для Фантома. Вот, для оружия нет, так что смысла нету. Длительность способности Фантома увеличена на 20%. Это Ольга Минина. Давайте, ребята, погоняем. Насколько сейчас это актуально, потому что у нас есть роботы, такие как друг к другу телепортируются. Это Ревенант и такие слабенькие роботы, как Орочи. По сути, здесь будет еще глаз бы повесить. Но, блин, все-таки я поставил лечилку. У него еще присутствует Паралисис, дрон-помощник, который делает стан, но почему-то мне не хочется стан делать, а хочется накладывать, например, супрессию на противника, чтобы он поменьше меня дамажил. То есть бам-бам наложил эффект, и все хорошо. А также у него на лечение стоит 20% дополнительного урона, вернее, когда ты лечишься. То есть включаешь аптечку, лечишься и наносишь дополнительный урон. И еще абсорбер. Вот такие вот, ребята, пироги. Давайте попробуем на нем погоняем. Сразу выпьем бустеры. Бустеры на полчасика. Поехали. Сразу берем фантомчика, фантом на паралисе. Пушки станет, дробаши вот эти станет, и сам паралитик станет. То есть, по сути, должен сразу накладывать на пацанов дополнительные проблемы. Вот у нас орочек, смотрите, да? То есть никого не застанил. Активировал дурак аптечку. Должен был убить, не убил. Вставляете? Прибегает ко мне второй. Орочи. Накладывает на меня супрессион и выжигает меня, пожалуйста. Вот вам быстрота Орочи, отсутствие лагов. А у братухи присутствие лагов, да? Когда я вот так вот кручу головой, мышкой, кстати, целиться очень сложно вплотную. Получается, что я на клавиатуре сейчас на мышке проигрываю. Вот сейчас работаю я против. Ох ты, ёпта. Но он остался жив. Такая дуэль у нас сейчас только что была. Фантомчик, видали, как сдох быстренько? Против Орочка не стоит его брать. Шоколадно, бежим брать маячок.
Я победил все-таки в дуэли с этим парнем. Лечиться перестал, и вот я его расстрелял. Раны по мне сейчас прошел урон. Застанил, включил аптечку, активировал умение дрона и сжег. Шоколадно. Ха-ха. Даже приятно стало, блядь, на сердце. На музыке парень, то есть 200 метров. Но все-таки какая-то пушка у него накладывает проблемки. Лечится парень. По сути, надо сейчас просто его наебать, используя два умения. Ебать, забирать маяк. Да, да, да. То есть, его застанили, у него способности нет. Единственное, что меня сзади кто-то долбит. И на 200 метров он просто не попадает. Отлично. Наебал, обманул, убил. Нормально. Это в духе братухи тактика. Ха-ха-ха, нормалек вообще. Это вообще непонятное животное, должно телепортироваться. А я не хочу, чтобы оно телепортировалось ко мне. Оно все-таки телепортнулось ко мне, гадство. И забрало маяк. У меня пушку оторвало, надо сейчас просто сдохнуть реально. Сдохнуть и может даже отжать что-то там. Может даже ёбнуть кого-нибудь. Ну почти отжал, нейтральный маяк тоже маяк. Мухре-мухре этому парню, а не маячок центральный. Бывает, пацан, не волнуйся. Ты пошел отсюда, трипликил братуха разводит. Да, стреляет по братухе супер могучими пуками. И что надо делать? Оба! Завалить пацана одного. Завалить пацана второго. Ага. Отличиться по максимуму с мантисом. И добить этого наглого ушлепка, который летает. Убить его на. Ребята, убьем его. Хотя, блядь, можно его не убивать. А-а-а! Пипец. Там мы... Ну, не, мы побеждаем. Так-то до этого мы проигрывали. Давайте пацану чуть-чуть подкинем аптечку. Мы тут все жмемся. И такая нехилая победа. Вау! Я чувствую, где-то миллиончиков 8 набил. Такое ощущение по бою, что лямчиков 8 точно настрелял. Нихера. 4,5 миллиона, 11 убитых, 5 маяков. Приятно играть, ребята, в такую игру. Ха-ха! Давайте во второй бой этого вечера.
Опа-па. Кровь потекла. Бывает. А сейчас фантома использовать. Не, не будем сейчас фантома использовать. Попозже используем фантома. Сейчас там кракозябров очень много бегает, ёпсель. Ах, твою новость. Так, довели до ластенда. Кто тут с левой стороны выеживается? Буч, понятно. Или даже не буч, а вроде буч. Или бегемот. Готов. С левой стороны у нас кто-то тут борзый бегает. Шелп, судя по расположению пушек. Самого робота-то я не вижу. Пуляется Шелп и ни в кого не попадает. Надо забрать маячок, тут вдвоем бежим. Решил, говорит, что-то под конец парень взлететь. Долбаю ему щит, сам его долбать не буду. Сейчас маячок заберем. И у нас тут бежит, смотрите. Лич! Вот что такое лич? Сейчас кончается у него способность. И вы прекрасно видите, что лич уходит в пасс-шифт. Вот это меня удивил. И больше он уже никого не удивляет. Кусок говна. Груда металла. Херак пацана не стало. Пасс-шифт. Второй раз меня удивляют. Ёпсель-мопсель. Фантомчик, иди добей их. И побежал мой фантом. И боится противник восстать против фантома. Но вот все-таки есть какой-то добрый муромец, которому мы сразу же зажигаем пердачеллу. Активируем аптечку. И все, и обойма кончилась. То есть, по сути, одноразовые дробовики. А он не станется, понимаете? То есть то, что я вот по нему сейчас бью, вот эти вот там 10, 20, 30 тысяч урона, да, с каждым залпом, это все хуйня детский лепет. Понимаете? О, убил все-таки, нифига себе. Все серьезно, блядь. Прям выше летит Орочика. Орочик уходит от страхов под шифт. Я телепортируюсь за Орочику, ближе к Орочику. И жду, пока он выходит из под шифта. У него жижа из-под жопы вылезает, он умирает. То есть Орочика я еще более-менее убил. И все. И все, на что способен. Фантомчик. Блин, жалко. Раньше был такой бодрый робот. Как быстро выходит из строя.
Ну ладно, мы подождем, пока у тебя кончится способность. Хотя вон люди долбят тебя и так. Перезарядка у братухи. Наложили супрессион. Напряженный бой, никто не хочет проигрывать. Уже 4,5 минуты остается до конца боя. А, никто не сдает позиции. Думаю, Лучидору нужно прыгнуть в толпу города, в город. Братухе, думаю, нужно поддержать Лучидора сзади, чтобы он не упал. Расстреливаю Аумингу, потому что никто не видит, что я даю пиздюлей Аумингу. Никто не бежит ему на помощь. Типа как вот тот самый волшебный робот Нодонс. Активирую свой щит. Надо было активировать его на шаранге. Но успеем еще. Убегает, прячется. А, конечно. А что ему еще делать? Шаранга летает. Шарангу сейчас снимут. Давайте сейчас чуть правее пробежимся. Ах ты, ёпта. Обожаю лучидоров, когда они... Так, расстреливаю, но не попадаю. Это, бля, как зенитки-то по самолетам. Активирую мантиса. Собирается забрать маяк. Расстреливает. Ого, шоколадно. Убили топтыжным способом. Вижу жертву. Все, мы уже выиграли дело такое вот. Лечит сейчас его, пытается Ноденс. Понимает, что бесполезно. Братуха взялся за свое. Отчебучили тут всех. Под замес попадает буква Т. Жирная. В принципе, все, всех отчебучили. Там побежал какой-то лох за маяками. Думал, что победят. Не тут-то было. Смотрите, какой второй прекрасный бой у нас сегодня. Здорово. Просто вообще на хорошие бои. Опять первое место. 5 миллиончиков ровно. Набиваю 5 лямчиков урончика. И плюс мантис подлечил. Спасибо большое. 10 убитых, 6 маячков. Шикарненький бой. Спасибо противнику. Прям вообще огонек. 2 красивых боя. Надеюсь, все будет хорошо в третьем бою сегодняшнего вечера. Никто еще не знает, что будет дальше. Потому что я снимаю все на одном кадре. Ребята, все на одном кадре. А Орочика сейчас возьмем. Орочика, потом Фантомчика. Ну, Фантомчик уже понятно, что он долго не живет, что с этими дробашами что-то не то. Их хватает нанести только какую-то коррозию на покраску робота, блядь. Даже не на самого робота, а на покраску робота. Сколько он там урона наносит, я не знаю, 1070, наверное. А потом надо 2 часа перезаряжаться. Тоже мне такое орудие. Дробаши, понимаете, дробовики. А разработчики в свое время их понерфили, а сейчас их апать никто не собирается. И они нерентабельные абсолютно сейчас. Пытаюсь убить СССР инкогнито. Ой, парень хотел телепортнуться к братухе, и он это, блядь, сделал. Маячок забрал.
Я ему даже, как говорится, помог. Да, парень, с тебя 5 баксов. Ёпты, за мной даже бежит, блядь, какой-то хуй, который, взорвавшись, блядь, вынес мне всего робота. И он же опять сейчас побежит. Пиздец, ребят. Ебать. Что произошло? Я допустил ошибку, блин, прибежал ко мне гондон и меня вынес. Охренеть. Что, они еще в теме? А так, по сути, ребят, ничего смешного. У нас три игрока из клана СССР. Это говорит о том, что... Нахуй, обратно телепортируемся. Буч играет за нас. Господи, это тот самый Буч, который играл за них. В общем, вроде бы три маяка, так поровну играем, но все равно... А, хули я стреляю, у меня супрессион наложен. Кстати, супрессиона на нем нет. Я должен был его застанить. Вот сейчас я только его застанил, а супрессиона нет. Ну, понятно, фантомчик нихуя не канает. Такие жирные бочки с токсинами выпиливают все. Все живое и неживое. Плюс еще, наверное, перекачанное там. Вот. Но тогда идет на замену таравана, которая еще более-менее может что-то. Но я думаю, что мы проиграем. Прям такие очень рьяно на нас набросились сейчас красноперые. Идут уже душить сейчас толпой в линию строго. Ха. Последний бой был хороший бой. Шоколадный. Блядь, даже не знаю, в кого стреляю, потому что бесполезно. Тут все в щитах, все в абсорберах, блядь, все в такой хуйне. Так игра испоганилась вот этими вот умениями, этими спецэффектами. Просто пиздец. Прибегает еще, блядь, у нас Лучидорус. Смотрите, как яйцами трясет, блядь. Попробуй убей его, да? У него странно был щит, а он еще и двигался. Вот это вот странно очень. Да, говорит, хуй тебя убьешь, там миллион хп, ёп. Как его можно убить? Если только столкнуть его, а он жирный, посмотри какой. Блядь. Вообще хп... Не, хп вроде тает. Тут надо подальше отходить. Смотрите, как у этого подгорела жопа, блядь. Задница подгорела. Бежит, блядь, за братухой, спотыкается, убить хочет, блядь. Показать свою мощь, силу. Показал свою слабость. Слабость. Зависимость перед блогером. Лошадь, блядь. Сразу же меня подбрасывают куда-то под потолок. Где это говно? Сейчас мы его будем выпиливать. Смывать будем в унитаз. Ага, хп тает. Ну там пушки Синдер. Да, еще кто-то, блядь, бьет со стороны. В общем, выиграть не получится. Вообще не удивительно, почему он так живет, блядь. Я понимаю, что их тут дохуя, но возможно какой-то ноденс лечит. В общем, прибежали на базу и отчебучили всех. Вот так вот. Я даже думаю, что ребята, они играют взводом. Одины объединились с СССР, чтобы пиздить рандом. Ну, как говорится, ребята, сейчас посмотрим после боя. Если Одины объединились с кланом СССР, чтобы бить рандом, это, конечно, молодцы. Это говно. Что я могу поделать? Что могу сказать? Там еще хули какой-то играет или хили. Хили, видите, два хили играет. Ну, всегда неприятно, когда против рандома выходят перекачанные МК3
донатеры. Ну, а что поделаешь, ребята, ничего не поделаешь. А им в радость пиздить слабеньких. Ну, он, блядь, счастливый, бегает пузом своим, трясет, блядь. Он счастливый. Вот взвод, как мы видим, взвод объединенных дебилов. Взвод объединенных дебилов, которые бьются с рандомом. Ну, тут у нас, конечно, два тоже, блядь, молодцы. Прохожий, блядь, объединился с МТСом, с Русом. Вот, и против фулки, фулки прокачанных дегенератов, которые выходят в бой и бьют рандом, блядь. Я еще раз говорю, не хотите быть дегенераторами, дегенератами, блядь, не бейте рандом. Выводите по одному роботу и все. По второму роботу выводить не надо. Смогли за одного робота себе титана прокачать, активизировать? Активируйте титана, все. Нет. Им даже достаточно просто по одному роботу, но аккуратно сыграть, чтобы они выиграли рандом. Тогда у рандома появится шанс. Нет, они жиром своим давят, толпой, блядь, хуярят 5 прокачанных человеков, бьют рандом. А потом они что-то там хвастаются, блядь. Чего вы хвастаетесь? Вы, блядь, детей бьете в рандоме. Фу нахуй. С вами был Братуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.